Химкинские депутаты подвели итоги работы за 2023 год. Так городской округ вошел в тройку лидеров региона по социально-экономическому развитию. Химки продемонстрировали заметный рост по 11 показателям. В качестве награды за достижения в бюджет округа правительство Московской области направит дополнительно 150 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов в округе. Мы росли и в части увеличения рабочих мест, и в части привлечения инвестиций, и в части создания дополнительных предприятий, импортозамещения, в части проведения различных мероприятий, которые у нас в различных отраслях. Городской округ Химки показывает динамику по всем направлениям. Соответственно, это и является основанием для того, чтобы заявлять о лидерстве. Кроме этого, на заседании рассмотрели вопрос об утверждении схем границ прилегающих территорий к различным объектам города. Из-за возведения в округе новых объектов, таких как детские площадки, а также после присоединения новых территорий Солнечногорска, возникают спорные территории. Документ определяет, какая земля за кем закреплена в части уборки и ремонта, за объединенным городским хозяйством, управляющими компаниями или предпринимателями. Предложение, да, все-таки от администрации не на следующий год переносить это, а соответственно, в этом году рассмотреть и со следующего года начать уже наведение порядка. Также на заседании приняли ряд решений в части изменений в бюджет на будущий год, чтобы все социальные обязательства в округе были выполнены в полном объеме. Также озвучили планы на будущий год, куда включены в том числе и регулярные встречи с химчанами, сбор от них обращений и рекомендаций, связанных с улучшением условий проживания в Химках. Андрей Липанов, Александр Сергеев, Вильфрид Дыбковский. Новости Химки ТВ.